Это одна из самых прекрасных и хорошо сохранившихся картин конца ледниковского периода. В глубокой пещере, образовавшейся в результате разрушений, старец в одежде, отороченной мехом, сидит, подперев голову левой рукой и облокотившись на книгу под названием «Библ», лежащую на столе рядом с богатой драпировкой и драгоценной посудой. Пролом с левой стороны позволяет видеть город, объятый пламенем, что это и Иеремия установили в конце прошлого века. Яркость образа и специфическое освещение сближают картину с такими шедеврами раннего периода, как портрет пожилого человека в меховом берете, известный как «Отец Рембрандта», или размышления апостола Павла, для которых характерны мягкий, сдержанный колорит и насечки ручкой кисти прямо по готовому фону. Композиция картины, скорее всего, навеяна произведениями итальянских художников конца XVI века, известными Рембрандту по гравюрам. На то, как Рембрандт изобразил пророка, повлияли средневековые гравюры, и в частности фронтиспис к плачу Иеремии, напечатанному в Антверпене в 1532 году Вильямом Вастерманом. Однако он добавляет и необычные элементы. Развалины и золотые предметы, возможно, почерпнуты из иудейских древностей Иосифа Флавия. Изображение ковра и драгоценной посуды – прямая отсылка к повествованию о взятии Иерусалима Навуходоносором. В иудейских древностях Иосифа Флавия в самом деле говорится о том, как царь Навуходоносор освободил Иеремию из темницы и осыпал его драгоценными дарами.